Всем привет! Мы на канале Верёшка ТВ. Кто-то спрятался. Сегодня мы с Вероникой продолжаем делать поделки из салфеток. Да, нам так понравилось делать эти поделочки. Вот, они получаются из ничего очень быстрые и красивые. Сегодня мы хотим сделать вот такого пуделя. Да, это будет такая белая собачка из обычных белых бумажных столовых салфеточек. Вот, в прошлый раз мы, конечно, когда делали эту рыбку, мы, конечно, намучались, крутили эти шарики из салфеток. Оказалось, что есть небольшой секрет, как это быстренько... Нет, как мы делаем? Сначала вырываем, да? А потом краешек обрезаем, да? Оказывается, надо взять было всего-навсего влажную губочку, смачивать пальцы, и тогда эти салфетки гораздо быстрее скручиваются в шарики и держатся лучше. Ну, опыт приходит не сразу, да? Достигается тренировками. Так, ты мне обещала нарвать салфеточек, чтобы мы несколько катышков свернули вместе. Давай. Вот смотри, берем такую губочку, смачиваем в ней пальчики. И вот так раз-раз-раз делаем маленький шарик. Вот он. Видишь, как он получается? И он быстрый. Мы уже с Вероникой предварительно поработали. Давай, показывай, как ты делала шарики вот такие. Тут и большое солнце. Макаем пальцы в губочку и делаем вот такой шаричек. Получается у тебя? У меня вот. А у меня? А ну, ой, у тебя большущий какой-то. Надо чуть поменьше. Ой. А чего ты так вздыхала? На, открываем. Стоп, не сильно открываем. А то сейчас как фонтаном нам польет. Так, смотри, смотри, куда лить, вот сюда. Так, льем по контуру так. Не жалеем, не жалеем, нам не жалко, клей совсем. Потому что мы сейчас будем сюда выкладывать наши белые снежочки, такие бумажные, салфеточки. Так, мазюкой. Это вот. Ну, сначала давай сделаем ему тут вот грудку. Это у него такая пуделиная прическа. Ты знаешь, вот пуделей. Только смотри, у нас тут с тобой белые и зеленые. Зеленые пока не бери. Я вообще думала, может быть, мы из них тут типа такого ошейничка сделаем из зеленых. Это у нас от рыбки остались немножко. И они ни туда, ни сюда. Какую взяла? А, беленькую? Да, выкладываю сюда белые. Выкладываю. Это будет у нее ошейник зеленый. Смотри. Так, три салфеточки хватит. А теперь высыпай белые. Хорошо? Высыпай ему сюда. Да прямо так бери, сыпь и разравнивай. Смотри. Сыпь. Так, насыпай. Если попадется разноцветная, доставай. Ой, вот она, видишь, она пока нам тут не нужна. Беру, равняю. Ты что делаешь? Желтенькую. Ну, желтенькую пока не берем. Неохота было и доставать, но хотя надо было, да? Давай, засыпай эту грудку ему. Засыпай. Так, теперь подожди-ка. Теперь давай попробуем разровнять. Может быть, нам уже достаточно этих шариков. На хвостик. А, на хвостик обязательно. На хвостик у нас еще должен там бантичек быть. Потому что на картинке, на инструкции тоже был бантик. Смотри. Подбавим клея, что-то мы пожадничали немножко с клеем. Подожди, а ну тут вот у нас не хватило, тут с этой стороны маловато. И с этой чуть-чуть еще можно. Ну куда ты зеленую? Что это у него зеленое будет? Непонятно. А что у него глазик был? На хвостик зеленый? Ну, может быть. Ну, давай пока на грудку будем все беленькое, ладно? Смотри, теперь разравнивай. Мирон. Зеленое. Не надо. Да я считаю, что зеленое нам пока немножко лишнее. Мы все это делим. Что? Мы все делим. Ты в геле? Или что ты говоришь? Ты в клее, наверное. Ага. Ага. Надо будет сейчас тебе салфетку дать влажную, чтобы ты ручки вытер. Что такое не приклеивается? Мы, наверное, мало клея опять налили. Или клей такой густоватый.
А ну все-ка, ну-ка подожди-ка. Тут дырку ты сделала ему. Где? Смотри, вот. Все, готово, я думаю, у нас шубка. Давай теперь сделаем ему голову. Так, зеленый убирай. А, ну порви, нам пригодятся еще дополнительно. Так, теперь нам надо сделать ему здесь такую шапочку меховую, да? Давай-ка. Выливаем клей. Ты мне дополнительные делаешь шарики? Нет. А ты мне заготовки делаешь? Нет. А что? Только песня. Ты хочешь мне музыку, под музыку сделать? Да, она мне позвала. Чтобы веселее работала? Да. Ну, конечно. Ну, тут этот. Хотела бантик. Там же бантик нужен. Да, мам. Смотри. Спите мне песню. Обязательно. Так, тут у нас на картинке еще нарисован бантик на хвостике. Я вот нашла какой-то бантик. И надеюсь, он приклеится. Если так не пожалеть клейка. Я думаю, будет классно. И приделаем. Какой у нас будет гламурный пузырь золотым бантом. Веруська, давай покажем, что получилось вообще. Иди скорее. Вот он, наш пуделек. Он немножко высохнет и будет замечательная картинка. Да, Веруська? Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте с нами поделочки. Пока-пока!